Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует главный альянс Серая Лига, и на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое шайтан-оружие, как ланка. На ланку я уже где-то на канале делал обзор. Там у нас был мод разлома на шанс крита и множитель крита. Но в этом случае я пошел идти тупо в урон и тупо в статус. И давай же посмотрим, что у меня получилось по билду и по урону. Все идет, как всегда, по стандарту. Это зазубренный разделенный патронник увеличивает нам урон. Разделенный патронник увеличивает нам урон и поднимает нам статус. Точечный удар чутье на уязвимость увеличивает нам шанс крита, множитель крита. Пагубная сила, высокое напряжение придает нам эффект коррозии и поднимает нам статус. Кромсание увеличивает нам нашу скорострельность. Так у ланки, у нее как у натяжения у лука, снаряд заряжается и выстреливается. И наш мод разлома, который увеличивает нам мультивыстрел на 92% и урон на 186%. Итого, даже ой-ой-ой, как получилось до хрена. Для сравнения, если мы снимем мод разлома, у нас урон упадет в 3 раза, грубо говоря. Просто охренеть. У нас получилось, что шанс крита, ну, такой хороший, 62%, множитель крита 4,4 туда-сюда, но при всем при этом у нас статус стал 90%, грубо говоря, округлим чуть-чуть, и урон почти 15 000, тоже округлим, там 14 752, то есть очень дохрена урона и очень хороший статус. То есть, как у меня в голове это возникало, в теории противники должны просто шотаться и расщепляться от статуса с таким бешеным уроном. Ну давай же будем это смотреть на практике, что там у нас получилось. А получилось, сразу скажу, очень хорошо, я там уже побаловался, пострелял. Очень классно получилось. И у нас еще в последние времена на ланке были реворки. Что сделали с ланкой разработчики? Они наконец-таки убрали шатание винтовки. Она теперь просто прицел статично до безобразия. Если раньше мы, когда ланку вводили в прицел, то может посмотреть старые видео, где-нибудь выписал или скину, там прям видно, что прицел прям вот так вот его водило, если там вообще вот так вот упор, его прям вот так вот водило, как будто бы вот после вот жесткого перебуха пытаетесь кого-то прицелиться. Ну давай же посмотрим, на что наша ланка способна. Так, противников сагрили, давай возьмем пулеметчик. Бах, шотнулся. Второй, шотнулся. Бомбардир, почти шотнулся. Вот криты бы прошли бы, хорошо бы. Оба, мимо. Вот так вот у нас. Одна обойма, 4 тяжелых противника померло. Что еще хорошо сделали с прицелом? Когда у нас идет натяжение стрелы, то есть мы видим, что это все сделано красненьким. Очень удобно. Раньше беленькое было, сейчас красненькое. У нас красненький индикатор, будем так его называть. Очень-очень-очень удобно. Теперь же проверим еще раз, но попробуем нашу кратность увеличить, чтобы дамага выросла. Ну здесь вот прямо шотнулся, здесь шотнутся оба. Вот так вот. Это пронзание на вылет. Кстати говоря, что очень интересно, вам будет еще показать про кромсание на вылет. Идем в наше улучшение. Кромсание на вылет у ланки, оно у нас уже есть встроенное, это пронзание 5 единиц. А с модом разлома, с модом кромсания у нас получается 7,2 пронзания. Это очень и очень много. Это мы противника можем сквозь гигантские толстенные стены прошибать просто насквозь. Как это у нас будет на практике получаться? Сейчас посмотрим.
Сначала отсюда постреляем, потом постреляем поближе. Вот у нас противники стоят, мы вот так вот под углом заходим. Где-то он здесь, вот здесь стоит. И сквозь стол пытаемся прошибить. И, по-моему, они прошибаются очень-таки хорошо. Один готов. Так, нет, не здесь, он где-то примерно он вот тут стоит. Не попал, что ли. Ну, вот так вот. Шотнулся, поди. Нет, не шотнулся. Еще что ли? Да и хрен на тебя. Вот как-то вот. Ага. Ладно, садвили. Ничего не поделать. Живой еще остался. Сейчас мы еще раз симулируем. Так, вот они у нас вот тут стоят. И сквозь стол прошибаем их. Ага, шотнулись. И еще раз, вот Вова, отлично. Где-то вот он тут стоит. Шотнулся, шотнулся. Пробуем сейчас также сделать с бомбардировщиками. Попали, попали, попали. И он умер, умер, да. Так, второй двигается, второго так добьем. Перезарядка у ланки очень хорошая, быстрая. Никакого дискомфорта с перезарядкой нет. Что касается пронзания, то есть у нас пронзание прошло сквозь вот такой вот толстый столб, полетело вот так вот, и вот здесь вот пацанов двоих шотнуло. То есть прикидываем по приблизительному расстоянию, то здесь сколько, фиг знает, метров 10-15, насколько далеко и хорошо работает пронзание, просто шикарно. По пронзанию и по урону, ну просто это... По-моему, сейчас бы стала у меня самая мощная шайтан винтовка, которая только есть у меня. Ну, давай, последний закрепляющий результат. Ну, давай, пошутим, уболтали. Разве ты не должен повернуть голову в другую сторону и лежать на коленках, как на подушке? У меня на родине все так делают. Шотнулся. Ну, если вот крытые проходят, они вот прям вообще все шотаются, шотнулся. Что сказать? Винтовка получилась потрясная, очень мощная, очень просто ушатывающая всех противников. Данный мод мне обошелся довольно-таки дорого, он мне обошелся в 250 платины. Уже вкрученные, уже вкачанные, но я считаю, что хорошие моды так и должны стоить, не дороже. Потому что некоторые психи моду продают по 2000 платины, по 3, по 4, по 5, вообще ёбнутые на всю голову идиоты. Слов нету, бизнесмены хуевые. Даже хоть какой мод, хоть какой мод, хоть на какое оружие, я думаю, что крайняя цена на мод это 200-300 платина. Ну, не стоят пиксели игровые дороже, чем вот эта вся херня. Потому что 300 платин это примерно 500 рублей, да ну его нахер. Не стоит оно того, поверьте. А так, в принципе, 200-250 платин, если такой мод вы найдете, то очень хорошо. Ланка очень хорошо заходит, особенно где есть жирные противники. Если вы еще играете с ланкой на нове, там еще урон будет немного больше. И поприятнее будет стрелять. Особенно классно ходить на миссии, где у нас какие-нибудь вылазки, где условия... Только снайперские винтовки вообще шикарно. Так, данный мод я 100% оставляю себе его в коллекцию. Потому что ланка стала очень мощной. А вдруг когда-нибудь выпустят ланку Prime? Кто его знает. Ну, вот такое вот у нас получилось оружие, которое прям ушатывает всех. Ну, как он, как говорится, никто вам не мешает думать самим, экспериментировать самим. Ну, на этом все. Пока.